В Твери изменили сроки перекрытия улицы Горького. Их сдвинули из-за того, что рабочие ремонтируют улицу с опережением графика, сообщает администрация города. Речь идет об участке от Артиллерийского переулка до улицы Скворцова-Степанова. Планировалось, что он будет перекрыт до 30 сентября. Но подрядчики работают на объекте с опережением графика, поэтому участок откроют в ближайшее время. А участок от улицы Скворцова-Степанова до улицы Благоева, который планировалось закрыть с 28 сентября, перекрываться вовсе не будет. Сейчас об участке от улицы Благоева до площади Мира. Его уже закрыли для движения парковки транспорта со среды. Плановый срок возобновления движения на нем 30 сентября.